Всем привет! Я изменила немного формат. Ценю ваше время, ценю свое время, поэтому маленькие видео и много полезной информации. Итак, девочки, я уже в примерочной бренда Zara, и здесь вам покажу ботильоны на очень высоком и устойчивом каблуке плюс платформа, джинсовая юбка в темно-сером оттенке, кардиган красный, черная водолазка и серое шерстяное пальто. Начнем мы, девочки, обзор с пальто. Все эти вещи, которые сейчас на мне, я рекомендую. Все ссылки, как всегда, будут, девочки, в описании под видео, поэтому заглядывайте. Переходите на сайт. Продолжим о пальто. Пальто в красивом сером оттенке, спущенная линия плеча, на мне размер S, и я взяла бы на размер 2 побольше, потому что хотела бы, чтобы оно село немного подлиннее. Двубортное пальто, два боковых прорезных кармана с клапаном. Здесь вам показываю пальто поближе, оно двубортное. Единственное, что девушкам и женщинам с объемным бедром надо быть с такими пальто осторожнее, потому что вот эти клапаны могут дополнительно увеличивать вам зону бедра. Но пальто мне понравилось. Состав ткани здесь 70% это шерсть, 30% полиамид. Подкладка это 100% вискоза. Мне нравится спущенная линия плеча, нравится средней ширины лацкан. Пуговицы, возможно, я заменила бы, но пальто красивое, цена неплохая. Пальто прямого кроя. Поэтому однозначно пальто, девочки, рекомендую. Итак, девочки, продолжим. Здесь показываю кардиган и все остальные составляющие поближе. Кардиган на мне в размере M, в красивом ярко-красном оттенке. Поменьше кардиган я не брала бы. Состав ткани 92% акрил и 8% шерсть. Также есть два накладных кармана и нейтральные пуговицы. Юбка на мне в размере S, по талии она мне очень сильно свободная, поэтому я спустила ее на тазобедренные косточки. Состав ткани 99% это катон и 1% эластан. Она в темно-сером оттенке. Также показываю вам кардиган поближе. Очень хорошая, лаконичная, простая вязка. Состав ткани, конечно же, не лучший, но кардиган выглядит очень добротно. Показываю вам еще детальнее. Также на мне водолазка в размере S. Она мало мерит, я взяла бы ее в размере M хотя бы. Состав ткани водолазки 70% вискоза и 30% полиамид. Водолазка в рубчик, стоечка воротник. На сайте представлена водолазка еще в нескольких оттенках. И это хороший базовый вариант, как нижний слой на холодный период. Все вещи с этого образа, девочки, я рекомендую. Итак, оставила тот же верх и заменила юбку на брюки с эко-кожи. Брюки с эко-кожей можно заменить на любую другую модель. Но вот эти мне понравились. Интересный вариант. По внешнему шву идут овальные вырезы по всей длине брючины. Сейчас попозже покажу их поближе. Оставила все тот же верх, и мне очень нравится черная вертикаль внутри водолазка, брюки, обувь, которая хорошо удлиняет ваш силуэт. Красный кардиган выступает как акцент в образе, и также мне нравится, что рукава кардигана немного выходят с-под пальто. Это смотрится интересно. Простой, с одной стороны, образ, с другой стороны, интересные брюки, красный кардиган, все вместе смотрится интересно и стильно. Здесь вам, девочки, показываю поближе брюки с эко-кожи, высокая посадка, шлевок нету. Также вам показываю вот эти овальные вырезы по всей длине брючины. Брюки хорошо сели в области бедра, сели хорошо по талии, брюки на молнии, мне нравится их длина.
Они интересные. Единственное, что, девочки, не рекомендую такие брюки в холодный период носить без колготок, так как это будет выглядеть слегка нелогично. Но если это какой-то будет вечерний выход, к примеру, в ресторан, то, возможно, такие брюки надевать и без колготок, ну, дополнить, к примеру, удлиненным пиджаком, чтобы это выглядело более как-то сдержанно, но с перчинкой. Милые девочки, пишите, пожалуйста, в комментариях, понравился ли вам такой мини-выпуск, мини-видео, чтобы я понимала, продолжать ли снимать такие небольшие выпуски, но с максимум полезной информацией. И здесь, девочки, я уже вам показываю ботильоны, которые были на мне. Они были на мне в размере 39, подошли идеально, качество мне понравилось. Могу их рекомендовать, они удобные, несмотря на свой высокий каблук и высокую платформу. Это полиуретан, но я их могу рекомендовать, кому нравится такой вариант обуви. Девочки, всем большое спасибо за просмотр, спасибо за ваши комментарии, лайки. Надеюсь, вам видео понравилось. Пишите об этом в комментариях. Всем приятного дня, всем пока-пока.